Губернатор Подмосковья вручил главе Одинцовского округа знак за заслуги перед Московской областью третьей степени. «Благодарю за высокую оценку моей работы», написал Андрей Иванов в своем инстаграме. Андрей Робертович с 14 сентября 2014 года по июнь 2019 года занимал должность главы Одинцовского муниципального района. С июня 2019 года является главой Одинцовского городского округа Московской области.